Здравствуйте, дорогие телезрители! Я Сергей Шрамко, корреспондент службы новостей «Мира Белогорья», а еще спортивный комментатор нашего телеканала. Специализируюсь на футбольных и волейбольных трансляциях. Верю, что 2020 станет для вас удачным, а 2019 постарайтесь оставить на память самые яркие моменты. Что касается работы, у меня их было несколько. Летом 2019-го в Белгороде проходил чемпионат России по велогонкам. «Мир Белогорья» впервые вел такую трансляцию. А я два дня подряд комментировал для вас многочасовые прямые эфиры с трассы. Но теперь четко видим мы, что Власов и Фролов вырвались вперед, будут решать, кто увезет с собой золото чемпионата. Изучил специфику, отсмотрел массу записей Тур де Франс и других престижных гонок. Но волнение все равно было запредельное. Самой дорогой мне оценкой после такого комментаторского марафона стали слова коллеги Атара Мамучашвили с телеканала «Евроспорт». Насчет коллеги втягивается, прям по ходу эфира было видно, как начинает набирать, там, разбираться в каких-то деталях. И в целом, я думаю, что все прошло здорово. Интуиция хорошо работает у человека, это точно. А еще в 2019-м я впервые в жизни летал на вертолете. Это был репортаж о санитарной авиации, которая с осени начала работу в регионе. Тогда я делал не просто новостной сюжет, я преодолевал себя. Честно, с детства боюсь высоты и ужасно переношу полеты. Особенно на вертушке. Но редактор узнал об этом только после выхода сюжета в эфир. К вылету готовится специально оборудованный вертолет Ми-8. С минуты на минуту он уже поднимется в небо. Дорога до Старого Оскола займет порядка получаса. И еще одно профессиональное событие 2019-го. Прямое включение в эфир ежедневной программы «Такой день». Да, теперь мы умеем и это. Тема была далека от моего конька – спорта. Театр, Щепкинский фестиваль, спектакль «Месяц в деревне» в исполнении Курского драматического театра имени Пушкина. Потом включение из театра делали многие мои коллеги. Но так вышло, что в тот раз я был первым. По сути, минутное дело, друзья. Хотя 100 потов сошло. Но на кадрах ведь незаметно. Ну а прямо сейчас мой коллега Сергей Шрамко, который сегодня работает в театре, готов выйти на связь и в прямом эфире рассказать нам, что прямо сейчас происходит в зале и на сцене. Сергей, тебе слово. Здравствуй, Катя. Приветствую всех телезрителей «Мира Белогорья». Ну что ж, до начала спектакля остается несколько минут, и публика, как вы можете видеть, уже заполняет места в зале. До сих пор постановки в рамках фестиваля проходили при аншлаге. Сегодняшний вечер не должен стать исключением. Свободных мест не предвидится. Скажите мне, что с вами? Ничего. Ничего, Мишель, ничего. А если что было, теперь все прошло. Сядь! Вот таким был мой 2019-й, бросающим вызовы. И я постарался на них ответить. Да, в 2019 году я женился. И это, пожалуй, самое главное. Пусть и 2020-й принесет в нашу жизнь больше успешных и ярких моментов. Я желаю вам удачи, душевного спокойствия. И самое главное, просто будьте счастливы и здоровы в новом году. Это был Сергей Шрамко. Увидимся в эфире.